блядь, на зрение сделал бы, блядь, эту лазер, чтобы не ходить. А потом призвал. А Леха активировался, вот у него морда поднимается. А у Леха как активировался, брат. Ехал, брат. Да? Ну за нами на хвосте был всю дорогу, прикинь. Да, я так с кайфом вначале, блядь, так охуенно на хвосте ехал. Вот и меня же начал говорить, что в тоннелях можно ездить 80, либо каждый тоннель 8 метров. Рад, ломает, понял, пацан, машину просто ее уже продал, понял? А он не продал. Как это? Человек отказал, который хотел купить. Серьезно? Да, бля, вот. Ебать, мы отстреливаемся все. Ну, вы по пути смотрели на дороге стрим? Очень красиво было, брат, я просто кайфовал, смотрел. Смотри! Это Альпа, брат. Как они этот газон стригут, я не понимаю, брат. Так ровно? Ну, брат, посмотри. Брат, очень просто. Как? Трактором. Стенокос когда бывает? Не, серьезно, они вот этим каждый день это занимаются? Каждый день, брат, каждый раз когда смотрят. Ну раз, каждую неделю хорошо. Не раз в неделю, брат. А интернет как ловит бомбу, слышишь? А здесь вышки вон стоят справа. Да. Здесь первый раз? Нет, 10-й или 15-й. Да. А ты? Я жил здесь. А. Вот там у меня барбершоп был. Я знаю, Баранов я стриг. Это же я тебя стриг там, брат. Да, я шучу, да. Да, я шучу, да. А где? Подожди. Давай еще пробуй. Еще. Подожди, чат, у меня битрейт показывает нормально. У вас... А, нет, норм. А, я, наверное, 1080 тех, кто не обновлял. Я 5 нажимал. Чат, вы норм сейчас видите? Да, бля, вид это просто пиздец. Как с картинки, понимаете, все. Только будто все не настоящее, блядь. Спасибо, пацаны. Wi-Fi есть, все есть. Wi-Fi, ну, только в доме, в окружности дома. В окружности тоже есть, тут тоже есть Wi-Fi. Вот тут шашлычок дать нехуй делать, гриль есть. Можем не, брат, дать тут такой этот, это не Германия, нет, это Австрия. Посмотри, как мы именно сидим, нахуй. Дальше пройди чуть, ну давай.
Пойди дальше, бро, тут нормально. Я говорю, что просто на прикол посмотрю. Ух, ебать, шум как в доме. Братан, так тут дом разваливается, слышь? Давай ищи минуса, блядь. Это дерево называется, а не дом разваливается. Слышишь, дом? Это дерево, брат. Пойдем сделаем обзор, посмотрим. Брат, дом здесь разваливается полностью. Я ебал, ты что, ебанулся? Сними обувь, блядь, для начала. Мы сейчас упадем, братан. Сними обувь для начала. На какого хуя? Так, а где сауна? Вот она, малая наша, маленькая. Какая малая, ты что, блядь? А я вкусненькая, братан. Она ищи. Братан, а как она включается, только вопрос. Бля. Брат, она включается вот так. Сауну греем? Да, да, да. Греем. Греем. Что, сгорает? Окна все, да? Обувь. Ну, как будто уже не надо обувь снимать. Тут все грязное. Тут Артур ходил постоянно. В обуви, чмо ебаное. Ну, не надо. Не надо пиздеть, братан. Некрасиво тоже. Ну, блядь. Пойдемте, поможем, брат. Но у меня нет. Да, пойдем, брат, поможем. Есть, ты ловит, не едет. Ваня, у меня сумка сейчас один. Так иди бери. Я, у меня, ну... Кого ебет? Нормально не лагает? А зачем вы вот эти вещи даже берете? Не знаю. Мне сказали просто занести, я делаю. Ну, тоже верно. Попросили делать помочь. Да, брат. Сауны папки. Не, пацаны, там не ловят. Пацаны, я с кайфом бы помог, но, бля, вы же поймите, мне тоже не ловят. Не ловят. Дадим, конечно. Давай, на Урусе только просят. Тут грязно, ребят, тут не убрались, видите? Тут грязно. Нельзя босиком. На Урусе просят боком дать. Не то, чтобы я подкидывал, нет, просто потом стал. Ребят, ебануто грязно. Тут еще и медведи, блядь, чат. Вы, кстати, знаете, блядь, что такое? Волки еще появились, мы обезьяны тоже приехали. Рад, и прикинь, вот они сейчас, вот мы смотрят такие. Смотрят на нас. Нет, они сейчас начинают выбегать, вот обезьяны просто, и волки, и медведи, и мы все, блядь. А он, ну, типа, смотри, что делает. Сейчас, говорит, сейчас я, говорит, все принесу. Сэм? Он скажет, что это он все принес, смотрите. Смотри. Ты на него, брат. Покажи с него ноги. Обувь покажу. А до этого смотри в очках. Это вообще пизда. Это вообще темщик ебанутый. В смысле, брат, это? Это просто перекуп, понял? Он к нему просто заходит, думаешь, еба. Пиздец, такой речь чел, нахуй. У тебя 75 кредитов. Спасибо. Он мне очки подарил. Поклянись! Это вот, а сейчас я просто забуду на глазах и все, брат. Реально подарил? Брат, мне нужен злой, у нас есть разговоры. Злой. Да, брат. У меня с тобой разговор срочный. Че, разуваться или нет? Да я не знаю, тут грязно, брат. Мне не нравится, Вадим? Не, здесь хорошо. Злой. Все кроссовки. Speak for you. Что такое? One and one. Все случилось. Nice разговор, come together. Зажигалка, you have, yes? Зажигалка, you have, но I'm not... You take my boots, my friend. Ебать, ты уже жрешь? Ага. Окей. You want some? Ребят, сейчас будет резкий. Ребят. Слышишь, давай резко вот эти конфеты противные. Сколько мы сейчас заплатили денег, чтобы тут оказаться? Резко. Ноль. Хуйня, короче. Я роста так не жду здесь, блядь. Я рост пошел. У меня кормили, а у тебя что? У меня тоже я на этой охуенной. Ладно, тебе рекосы что? Нормально, мы его загружаем. Че, ты бери. Легуя. Бля, походу он безвкусный купили. Блядь. Там должна быть хуйня какая-то. Ну что, он без вкуса вообще? Блин. Придурки ебаные. Все вкусные купили. Какой-то киндер сюрпризик. Бля, посмотри. Че, давай одну резку на корейку. Давай разыграем. Ща, у нас лотерея есть на $1,000,000, кстати. Так, давайте расчехлять все это. Да, бросай все, что мясное, давай мне в холодильник. Подумай, что я быстро. На лотерейке, вот, брат. Что там? Кабель вкусно. Сытный? Да, визор не поправил, слышите, пацаны? Визор. Вау! Погода, да, успеем мы все не переживать. Классно. Ну, она не портится за полчаса. Приятного аппетита, ребят. Спасибо, спасибо. Да, вот так. Давай, да, да. Что это? Бутики. Злой, ты что, игромат? Тестируем. Нет. Напиток. Толстый. Целый дома. Бонусы покупаем. Вот. Я на фон взял, ну, как будто реально. Ну хуй знает. Как будто прокисшая, ну похуй. Ма, давайте кушать, очень голодный я. На неделю купили. Ну да, как будто на неделю купили. Оценка холодильника. Тут в холодильнике места не хватит, кстати. Алексей. Что? Просто оценка вот это холодильника. Вот это фонтейк зажигал. Не знаю, как пробовать. Такой, микроперекуску. Макс, идем кушать с нами, брат. Ну, вы, бляди. Брат,
Wizard so bad, you know. Смотрите. Да похуй. Это поняли? Игра. Стеклянная кола. Покляни, что она стеклянная. Ебать, ты что, ебанулся? О, не хочет. Она такая большая. Ну это типа, понял? Оставь мне ее в комнате, что ли. Упаковка. Упаковка. По голове мне уедешь. Упаковка. Так ебать, охуенно. Да, это хорошая была. Упаковка. Большая? Упаковка. А нахуй фонарик светит? Шма, это упаковка. Шма. А что мы? Шма, делай. Что мы вообще есть будем? Сэндвич, на. Вот у нас сыр, рэп, мясо, все. А ты возьми камеру. Какой? А у нас есть? Камера сейчас будет. Ниш. Бля, а мы соус не взяли, да? Там есть сыр. Мы соус ни один не взяли, да? Чувак, соус вредно брать, нельзя. Правильно. Да, это что такое, нахуй? Путин? Шнинкен. Охуеть, бля. Да, пацан, у вас в Урусе нет айфона 15? Дядя, дай им 4 ключ, брат. Погоди. Сначала тест. Делаешь? Брат, это что так вкусно выглядит? Это пепперони? Да. Бля, ебать, у вас ноги задрожите, вы слабые. Да, шу, голодный, пиздец. Бляди. О, что-то маму забрали. Нашма. Пошла хуйня по сперме, ребят. Найс! Руки помыли, надеюсь? Да. Ну ладно. 100%. Ну похуй. Крысу хаваем, очень голодные, понял, такие? Дикие звери. Честно. Что это за хуя? Я в шу один положил. Ну, а похуй, нормально. Бля, брат. Не, дабл, нормально. Может, слева будешь или ебанет сос? Подожди, ко мне сыр ебанет. Да, как будто двойной сыр у тебя получился, брат, нормально. Жестерной сыр, блядь, да. Есть колбаска? Шуповатенький, видишь? Че у меня получилось, блядь? Мы приехали с ребятами в доме, они дают трапезу. Вот наш хаус, бро. Блядь. Я же правильно понимаю, что мы сейчас поедим и поехали? Ну да. А что, сауну нахуй я грею? Нахуй я грею сауну. Ложись. Ну, сейчас смотрите. Нихуя свои падла какой бутерброд сделал. Угу. Чмо, блядь. Здесь за стол, как люди. А, бля, реально, в пол был. Причем все это время. Бля. Ребят, диета официально выебана. Ребят, откиньте злому плюс реп, что он ходит босиком. Пожалуйста. Кетчуп надо. Бля, вот он красавчик босиком ходит. О, это я брал. Готовый сразу, блядь, тут моего этого нету. Ну да, я просто так сказал. Типа я крутой. Да. Распаковку мне сразу. Нормально это пахнет. А так и должно быть. Да, нормально пахнет. Старым дедом, блядь? Да. Это его запах. Вот мы и в доме. Да, злой. Скажи, злой. Скажи честно, ты брал этот бутерброд? Нет. Так а хули ты его, сука, топчешь, мразь? Ребят, тут все общее, тут все братское. Вы эгоисты, реально. Тут все братское, запомни это. Запомни, у нас братское и блядское одно и то же. Ты понял нас? Понял. Нахуй тебе фонарик, блядь. Ваня, нахуй ты врубил фонарик? Что это, блядь, кто-то врубил фонарик? Выруби фонарик, что это за микродозы, блядь? Брат, а что за кола, слышишь? Шмастой, не пей. Выпил, давай. Да. А что? Попробуй, мне понравится, мне не понравится. Нихуя ты волкулака, бля, нихуя ты уебал. А вы видели на дороге, что произошло? Едет КамАЗ, на КамАЗе дерево, сзади едет целая семья, дети все, понял? И он обгоняет и уезжает, прикинь. Нахуй. Пиздец. Не останавливали вас больше? А чем остановили? Да, вот здесь не остановят, то ебать начинают. Я специально нарушал, чтобы меня ебали. Я же чудо. Ну, было бы невероятно, если бы дать. Да пошли нахуй. Брат, я налево не ходил. Там много ходить, тебя ждали. Да, Леха, видел, да, на СФ? Да, я думал, дать, не дать. Тебя как раз ожидали. Да? Да. Но я видел, с противоположной стороны стояли. Там было про не 80 евро. А на то ли в рот дали, да? Ну, 350. Да, много. Да. Знаешь, Ренатку. А? Хуйна. Один-два. Леха, хочешь бутерброд сделать? Да, иди. Ладно. Лох. Дальний когда день. А что за звуки? Слышишь, что заложено? Сейчас, бля. Я же умею обезвреживать. Бля, ебать, настроение поднялось охуенное. Здесь вообще классно, реально. У меня отдыхает. Что у тебя с глазами? Я дождь заебал. Брат, ты видел прекрасный вид этот, ебать. А я же линзы надел, брат. Какие? Богатость видит. Ты чай пил, что ли, нах? Че, пацаны? Ребят. Да ну нахуй. Ты лотерея тоже нет? Сейчас лотерея. Мы сейчас там пиздец разбогатеем. Что это такое, брат? Бать глаз. А что с ним делать? Хавать, наверное. Хавать? Бать.
Я первый, пацаны, я рискну собой. Вы хавать. Я знаю. Что это? Фу, блядь. Глаза. Просто обычные глаза. Шма, это хуйня. Это ебаный глаз. Ешь. Покажи, покажи. Не, может так поешь, чтобы типа глаз был бы. Не, другой стороны еще. Ну не могу. Ну не могу, честно. Честно? А если в глаза сунуть? Будет два глаза, брат. Протез. Знаешь, куда можешь его засунуть? В жопу? Только кому? Смешно будет. А почему, когда Диана смотрит на Сэма, он как будто его выебать хочет. Можно ли меня отложить, но? Он смотрит взглядом. А самому сюда отвечает, не смотри на твой, а твой рот ебал. Он может сорваться, понял? Бля. Сука, реально, это правда. Шо? Ё, в рот хочешь дать ему? Да. Да, Костыч легенда, чё, как он просто везде хавал. Тебя мало было, брат, перелез я. Да я не могу найти сейф-плейс. Шма, ты чё, по дороге гудел, что ли? Нет. Бля, мне так не хватало механики сейчас, пиздец. Бля, брат, может, набухаем сегодня? Да я же чё-то... Охуеть, бля. Шма, хватит себе телефона. Ты уже ради этого телефона? Не, он все время в телефоне, это какой-то придурок. Да, ты понимаешь, есть прекрасная фраза. Все деньги это мира что? Не заработаешь. Так он просто в игры играет, чтобы ты понимал. Я работаю. Я тебе открываю. Давай. Ебать кислая, брат. Да, открой тебе, хочешь? А, надо выдавить, да, вот так? Моля, дай твой лицо сниму. Да, кислая, да, пиздец. Вот такой ебал дел, блядь, вот что делать. Да не, нормально. Прикольная, да? Да. Хуйня. Блин, это вообще явление на минуту закрывается. Шма, заебал ты тоже, блядь. Я всю дорогу сидел, тебе молчал. Какой-то этот кислый. А, перекуп. Здорово, европейский, привет тебе. Шма, все пишут какой-то счет какой-то. На кого ставил? Да. Легенда. Блядь, кислый нахуй. У меня он не кислый. Бля, ебать, я когда начал писать с неба, я охуел. Зла, а ему вообще, да, похуй, у него ноль реакции, он в телефоне вообще было поебать, да? Он даже не заметил. Он даже не кайфанул. Почему так много внимания ко мне? Брат, ты здесь знаешь, самый яркий персонаж. Ты знаешь, в чем прикол? Блядь, я хотел бы, чтоб добавили счетчик калорий, который въебал злой. За эти два дня? Съел, да. За два дня, я уверен, что он съел уже 1007, наверное. 7-8. Да. Да, моя норма 8 тысяч в день, брат. Давай. Думаешь, как шутки генерируются? Он сегодня два мороженого съел? Три. Зато не пиздит, понял? Да, вот. Похуй, брат, я знаю, что я приеду, иду в зал, блядь, на дорожку и спортзал и ебашу. Я сейчас стол переверну. А куда едешь? Куда глаза глядят. Мне похуй, я знаю, я могу управлять своим телом, блядь, своим состоянием вообще. Ну, реально? Да. У тебя как будто лицо шире стало. Хуй встанет сейчас, хочешь покажу? Встал, прикинь. Бля, хорошее было. Лицо стало. Лицо побольше стало, потому что я не стригся. Я должен был 6 числа стричься, но я поехал в Будапешт. Понимаешь? Это мы виноваты, понял? Прикинь. Не, я не говорю, что вы виноваты. Нет, ты так и сказал, брат. Да нам неприятно, Вась, ты пескоструешь. А? Взял. О, я о них мечтал просто. Это прям. Это прям топ. Такой резкий, блядь. Я испугался, блядь, я хуя, блядь. Ты, блядь. Что? Вы знали, что в крабовых палочках нет ни одного краба, того рот ебал. Я их всех съел, брат. Я когда узнал об этом в ТикТоке, я охуел. А это крабовочки, что ли? Нет, это не брат. Это просто рыбку. Хорошо, да? Готов? Кто так в детстве не делал, тот хуй. Да. Да, вот это. Я хуй. Нет, хуй. Вот так кто делал? Все делали, мне кажется. Это мясо. А ну хуй так делать? Зачем оно так закрыто, блядь? Открывать было. Чтобы трудно открывать было. Нет, так делали, чтобы сэкономить, брат, понял? Да, чтобы подольше есть ее. Реально? Блядь, что за хуйня, тут все знает. Они тиктокеры. Шма, здесь соус есть. Поклянись. Да, да, да. А как это работает? Одну вещь сказали. А он открытый? Блядь, долбай прям туда макает на пол. Какого хуя? Заебал, ты открыть не можешь. Ина? А чё соус. Вы сидите, как будто не без родственники? Соус уверенный, брат. Да? Реально? Вкус да. Портит, смотри. Может быть, кстати, да, ты прав. И ты как будто соус хаваешь, а не крабовые палочки. Yes? У меня не крабовые. Бля, свой соус, еба. Не, вот это поинтереснее выглядит. Ой, бля. Вкусно? Они такие же. Телефон достал, бля. Бля. В смысле, такие же, брат? Да я... Как с детства? Бля, не как в детстве вообще. Бля, ебать мы хуйню жрём вообще. Бля, чтобы ты понимал бы, вот в детстве вам родители давали сладкую вату. А может кукинг поебень? А мне давали обычно. Давай, гоу. Давай охуенный кукинг на шашлычками, с мясом, ты... с дерунами. Давай сделаем кукинг. Давай, давай ты дерун делаешь, а я шашлыки. Я не умею дерун. На хату выебываешься. Я плохо не могу приготовить. Я не умею кушать. Брат, давай реально кукинг, брат.
Кукинг, вечеринка, понял? А, блядь, написано open here, долбоёб. А я причём, я вообще другие хавы. А давай еще позовем кого-то на охоту. Я? Кого? Кого, блядь? Медведей, волков. Телок. Бля, может, давайте на охоту пойдем? Пойдем в лес за грибами. Ну да, у нас же интернет как раз ебануто далеко ловит, нахуй. Дом аж два дома, два шага от дома. Аж два О. Это я виноват? Аж два О. Нет, шма, ты не давать ни в чем запомни, ты ангел. Аж О2. Ты ангел, он черт. Бля, у меня классная шутка сегодня залетает, мне нравится. На нахуй. Какая-то голова жирная, видишь? Не может быть. Типа, просто, блядь. Пацан, бишь, зовите шлюх. О, макароны, будешь?